Салам алейкум. Здравствуйте. Первоначально соболезную все отцов, матери, братья, сестры, которые потеряли своих близких. Нам тоже больно этого. Соболезную. Скорбим и тоже. Мирный народ, не поддавайтесь на провокации. Мы находимся в зоне боевого действия. И сейчас в данный момент эти новые ролики смотрим. То, что таджики плохие, я таджик. Таджики — это самые замечательные люди. Наши дедушки со всей, не только таджики и русские. 15 братских государств плечо к плечу одержали победу. А сегодня наш день, и мы побеждаем тоже. Как Владимир Владимирович Путин говорит, Россия вперед. Отец нации таджик, лидер нации таджик, ему Мали Рахмон говорит, Таджикистан Бапеш, геонацистам смерть, террористам смерть. Победа будет за нами.